Автор новой выставки в Музее «Симбирская фотография» – ульяновский фотограф Валерий Уваров. Для Валерия Петровича это первая персональная выставка. Его пейзажные работы не раз были отмечены призовыми местами в региональной фотовыставке конкурсе «Экология, безопасность, жизнь». Валерий Петрович – фотограф-любитель. Занимается фотографией довольно-таки долго. Все эти снимки были сняты в различных поездках, гуляет по лесу, рыбалку очень любит, грибы собирает и вот берет всегда с собой фотоаппарат и не упускает момент сделать хороший кадр. Все фотографии, представленные на выставке, сняты в Ульяновской области. Зритель познакомится с пейзажами Ульяновского, Цельнинского, Старомаинского, Маинского и Терентьевского районов. На большинстве снимков присутствует вода, любимая стихия фотографа, а любимая река – Суходол. Поэтому и выставка носит название «Вода – красота всей природы». Никто в семье фотографией не занимался. Как-то вот полюбил он это дело, приобрел фотоаппарат. Ну, у него есть знакомые фотографы. Посоветовали, какой фотоаппарат лучше приобрести и чтобы снимать природу. Он снимает природу. Как отметил экскурсовод Валерий Петрович, сторонник соблюдения естественных цветов природы на фотоснимках. Поэтому в своих работах не прибегает к дополнительным инструментам обработки фотографий, что особо ценно в наши дни. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Ул-Правда ТВ.